Привет! В этом видео вы узнаете о некоторых интересных и, возможно, даже безумных новостях из мира Геншина. Всем приятного просмотра! Во-первых, уже 17 июня для ПК игроков будет осуществлен принудительный переход на новый лаунчер For You Play. То есть раньше это было по желанию и в тестовом режиме, а теперь в обязательном порядке. Он отличается от старого тем, что в нем будут сразу все игры от HoYoverse, и вам не нужно будет переключаться туда-сюда, чтобы зайти в разные игры. Также активируйте 5 промокодов у меня в Телеграме по ссылке в описании. Во-вторых, на днях появились просто безумные новости. Пару игроки Геншина меня просто поражают. В Китае были арестованы основатели фан-группы HoYoverse. Это если по-нашему, или же под китайским названием Михоя. И вот эта фан-группа занималась доксингом и раскрытием личности хейтеров компании Михоя и их игр в Китае. То есть они находили людей, которые в том или ином ключе оскорбляли компанию Михоя и сливали все их личные данные в сеть. А я напоминаю, что большая часть фанатов, которые оскорбляют игру, во-первых, дети, и в большинстве случаев они делают это просто так, без злого умысла. Кто-то просто панует, что в игре выдают мало круток, кто-то там еще что-то, а, так сказать, по заслугам получали абсолютно все. И представьте себе, эти фанаты даже попали на телевизор, потому что их наконец раскрыли и наказали. Вследствие их деятельности, представьте себе, пострадало свыше нескольких тысяч человек. Естественно, сама компания к этому никак не причастна. Но если честно, я в полном шоке, насколько порой безумными бывают фанаты игры. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!